В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. «Разделяя властвую», готов ли Саров к раздельному сбору мусора? «Моя семья – это семья». Молодежный центр проводит конкурс «Ко дню любви, семьи и верности». Готовы к труду и обороне. Саровчане в рекордсменах областного фестиваля ГТО. Далее расскажем по всем подробно. Работники и работодатели смогут обмениваться документами через портал госуслуг. С помощью личного кабинета соискатели и работники смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять работодателю кадровые документы. Работодатели будут самостоятельно принимать решения о введении в организации электронного документооборота, а также определять перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат. Электронные кадровые документы будут размещаться в личном кабинете сотрудника на портале госуслуг и храниться в информационной системе организации. При этом даже при использовании организации электронного документооборота работодатели и работники при желании по-прежнему смогут использовать и традиционный формат предоставления бумажных документов. Решение правительства вступает в силу с 1 сентября. В России реформа по обращению с бытовыми отходами началась с 1 января 2019 года. Паспорт нацпроекта «Экология» предполагает, что к 2024 году на вторичную переработку будет направляться 36% мусора. В июне Госдума приняла законопроект об обращении со вторичными ресурсами и об их раздельном накоплении. Готов ли Саров к раздельному сбору мусора? С 1 марта 2023 года россияне должны будут выбрасывать мусор в разные контейнеры. Такое требование Госдума внесла в новый законопроект об обращении со вторичными ресурсами. Также в новый закон внесут такие понятия, как вторичные ресурсы и вторичное сырье. Расскажем, какие еще изменения должны произойти в мусорном направлении. Да вообще-то нужно, но нету этих у нас контейнеров отдельных. Вот в нашей старой части ничего нет такого. А как считаете? Да я тоже думаю, что стоит сортировать. Но я считаю, что нужно. Может быть, более ответственными станем. А вы бы стали сортировать? Конечно, стала бы. Потому что в Москве, когда ездишь, ну, куда-то отдыхать, там везде же на вокзалах стоят, и дети все бросают, и разные. То есть, если бы были у нас контейнеры, вы бы стали сортировать? Конечно. Если буду собирать, почему бы и нет. Вы будете сортировать, если у нас будут контейнеры? А я и так сортирую. А куда? Так и я, допустим, бутылки в один завязываю, бросаю, так что... Вы знаете, мне кажется, даже есть такие уже места, где это делается. Вот там на Сюлкино, я знаю. Вот. И молодые люди, молодые семьи даже уже придерживаются этого. Им это нравится делать. Ну, наверное, если в смысле глобально смотреть в масштабе страны это надо, значит, надо и в Сарове это делать. А вы готовы сами сортировать мусор? Ну, если будет такая возможность, такие условия, то, конечно, да. В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить законопроект о перечнях продукции, при производстве которой можно использовать вторичное сырье. Но на некоторое время работу над проектом приостановили. А 28 июня 2022 года Госдума приняла законопроект о раздельном сборе мусора. Большинство его норм вступит в силу с 1 марта следующего года. Закон должен постепенно обеспечить 100% сортировку отходов. Сейчас в Сарове сдать те или иные вещи или материалы на переработку можно только самостоятельно в нескольких пунктах. Есть пункт приема на товарной базе по адресу Железнодорожная, 9, вот, куда можно прийти и сдать пластик. Также они принимают макулатуру. Есть у нас компания, так называемый «Саровский втормет». Они расположены на шоссе Южном, 26. Они принимают макулатуру, стекло, пластик и металл. Под вторичными ресурсами закон подразумевает отходы, которые могут быть повторно использованы для производства товаров или получения энергии. А вторичное сырье – это продукция, полученная из вторичных ресурсов. Новый законопроект призван не просто сделать сортировку обязательным процессом, но и превратить ее в общую практику для всей территории страны. В Сарове вопрос об организации раздельного сбора мусора встал еще в 2019 году. Но тогда никто не был готов к подобным нововведениям. Сейчас городская администрация предлагает жителям многоквартирных домов возможность организовать в своем дворе раздельный сбор бытовых отходов. Решение об этом должны принять собственники квартир на общедомовом собрании. Самый главный вопрос основной – это решение общего собрания. То есть, если люди изъявляют желание перехода на раздельный сбор, они должны как бы заявить управляющей организации, то есть своей инициативой и совместно с управляющей организацией как бы произвести расчет предварительный. Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то в новом законе уточняется, что они будут обязаны или передавать вторичные ресурсы специализированным компаниям, или утилизировать отходы самостоятельно. За хранение ресурсов, которые считаются вторсырьем, закон запрещает. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.
Готовится проверка системы оповещения. Сирены будут работать 20 июля с 10 до 12 часов. Граждан просят соблюдать спокойствие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове встретили росгвардейцев, участников спецоперации на Украине. В торжественной встрече приняли участие родные и близкие военнослужащих, глава города Алексей Сафонов, представители дивизии и Саровского благочиния. Это была уже вторая группа наших военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации. Росгвардейцы выполняли задачи по обеспечению целостности важных объектов и инфраструктуры, сопровождали воинские и гуманитарные грузы, помогали жителям освобожденных населенных пунктов в поддержании правопорядка. ГИБДД проводит на территории нашего города акцию «Веломототранспорт. Детям не игрушка». Сотрудники госавтоинспекции предлагают саровчанам присоединиться к ней и поучаствовать в семейном челлендже «Мама, папа, я», соблюдающая ПДД «Семья». Участникам необходимо снять небольшое видео примерно на 30 секунд, где на примере своей семьи они могут показать, что соблюдают ПДД, катаясь на велосипедах. В конце ролика нужно призвать других участников дорожного движения следовать своему примеру. Получившееся видео необходимо направить с 8 по 10 июля на адрес электронной почты, который увидите на экране. ГИБДД 52 собака.bk.ru. Обязательно указать автора работы и место проживания. Российские школьники смогут бесплатно пройти обучение программированию. Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию и в будущем связать свою жизнь с этой сферой. Программа обучения состоит из 4 модулей по 36 академических часов. Продолжительность составит 2 года. Пройти обучение можно в двух форматах – онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн на базе региональных образовательных площадок. Их отберет оператор проекта «Университет 2035». На первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч ребят. В последующие годы их число возрастет до 240. Подготовка кадров для IT-отрасли – одна из 42 стратегических инициатив, которые реализует правительство. На канале 16 стартует новый сезон проекта «Ищу хозяина». Каждую пятницу мы будем рассказывать о животных, которые живут в приюте Мурдом. Сейчас в нем находится более 60 кошек, а возможно, среди них есть та, которая подойдет именно вам. В октябре прошлого года в городе открылся первый частный приют для кошек – Мурдом. Сейчас под опекой волонтеров около 120 животных, часть на карантине, а часть здесь. В новой рубрике «Ищу хозяина» мы будем рассказывать вам о подопечных приюта в надежде найти им новых владельцев. Возможно, вы посмотрите наш сюжет и увидите кота своей мечты и придете за ним, заберете его домой. Черные, белые, рыжие, полосатые, пушистые и гладкие. Столько кошек на один квадратный метр вы вряд ли где-то еще увидите. При этом каждому животному обеспечен полноценный уход. Каждый день в приюте трудится команда волонтеров, убирает вольеры и клетки, кормит, лечит и, конечно, чешет за ушком. Практически у каждой кошки, которая сюда попала, печальная история. У кота Кеши, например, недавно умерла хозяйка. К сожалению, дети, женщины не могут забрать Кешу, потому что у них маленький ребенок, а он в ходе игры любит прикусить, поцарапать. И, в общем, возникли сложности с его адаптацией в семье. Вот, поэтому Кеша попал к нам на пристрой. Кеш пока немного переживает, но волонтеры надеются, что он скоро адаптируется и его можно будет перевести в вольер. Пока Кеш был домашним, за ним хорошо ухаживали, кот стерилизован и привит. Зачастую животные поступают в приют в гораздо худшем состоянии из ужасающих условий. Мы еще расскажем о нижегородских котах, которых изъяли у психически больного хозяина, или о Вике, которая попала из квартиры, владелец которой вышвырнул животных с 5-го этажа. С подобной человеческой жестокостью волонтеры приюта сталкиваются постоянно. Это очень тяжело, но когда мы видим спасенных животных, они живые. То есть для нас это каждая маленькая спасенная жизнь. И когда мы видим, наблюдаем, как котята, которые к нам приводят в изможденном состоянии, и потом они через несколько месяцев ласки, заботы, правильного ухода становятся шикарными котами, мы видим, как их забирают домой, нам потом присылают фотографии, какие-то отзывы, что спасибо, это теперь наш любимец семьи. И это для нас, наверное, самая лучшая награда. Рубрика «Ищу хозяина» будет выходить по пятницам в выпусках новостей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Молодежный центр объявил фотоконкурс «Моя семья – это семья». От горожан принимают семейные фото, посвященные году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Итоги объявят 7 июля. Самые теплые, светлые, счастливые моменты семейной жизни помогают сохранить фотографии. В канун Дня семьи, любви и верности поделиться памятными снимками предлагает клуб молодой семьи. Молодежный центр запускает городской фотоконкурс. Обязательное условие – отразить в фотографиях тематику года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Мы будем делать акцент не просто на красивых семейных фотографиях, а фотографии, которые как раз отражают тематику вот этого
года. И нам бы хотелось увидеть семьи, как они относятся к традициям своей страны. Пусть это будут национальные костюмы, пусть это будет совместное творчество, да, что-то они разукрашивают какие-то игрушки традиционные, делают их, либо они в каком-то месте, которое символизирует традиции нашей страны. Фотографии должны быть в формате JPEG размером не менее 1920 на 1080. От каждого участника принимают не более одной фотографии. Работу нужно подписать, указав ФИО и само название. Все конкурсные фотографии оргкомитет разместит в группе клуба молодой семьи ВКонтакте. Работы принимают до 5 июля включительно. Итоги подведут 7 июля в социальных сетях. 8 июля мы победителей призеров приглашаем на торжественную церемонию, посвященную Дню семьи, любви и верности, где будут награждать многодетные семьи нашего города, вручать кому-то свидетельство о рождении пятого ребенка. И вот в рамках этого мероприятия мы будем награждать и лучших из лучших фотоконкурса. Заполненные заявки и фотографии необходимо отправить на e-mail shatskayasobaka@mcdefissarov.ru с пометкой «Моя семья – это семья». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Саровчане в рекордсменах регионального этапа летнего фестиваля ГДО среди детей. Воспитанники ИКАР Гордей Барзанов и Виктория Ботова взяли уверенное золото в личном первенстве по итогу 8 испытаний. Гордей установил рекорд среди юношей в плавании на 50 метров и наклоне на гимнастической скамье. Вика – рекорд среди девушек в стрельбе из электронного оружия и на наклоне. Гордей Барзанов пришел в отделение плавания спортивной школы ИКАР около 10 лет назад. Его имя постоянно мелькает в списке призеров и победителей различных соревнований. Из недавних успехов спортсмена – победа на региональном этапе летнего фестиваля ГТО. Я занял первое место по области в своей возрастной группе 14-15 лет. И еще поставил 2 рекорда в дисциплинах по плаванию и наклону. Несколько рекордов упустил. Вот в этом недоволен, а так хорошо. Гордей – участник сборной города по ГТО. В нее ходят и другие воспитанники ИКАРа. На летний фестиваль от Саровской спортивной школы ездили также гимнастка Виктория Ботова и еще 2 воспитанника отделения плавания – Ксения Денисова и Ярослав Нетрусов. Все 3 пловцов в сборной занимаются у одного тренера – Виктории Шалыгиной. Выбирались самые лучшие спортсмены, которые до этого сдавали нормативы по ГТО, смотрелись их результаты, и вот так вот они попали в сборную. Они уже занимаются давно, так как у нас вид спорта очень такой разнообразный, у нас проводятся как бы и упражнения на гибкость, и силовые упражнения, и скоростные упражнения. Это все упражнения, те, которые сейчас есть в плане ГТО. Помимо призов и грамот, Гордей и Виктория получили сертификаты на участие в 3-м федеральном этапе летнего фестиваля ГТО, который пройдет этой осенью в Артеке. Пример ребят стал заразительным для многих воспитанников ИКАРа. В следующем году я тоже очень хочу поучаствовать в ГТО, попробовать его выиграть, но для этого нужны и другие виды спорта. Мне их тут помогают развивать. Среди воспитанников отделения плавания много титулованных юных спортсменов. Чтобы попасть в секцию, все ребята прошли отбор. Здесь не только готовят будущих чемпионов, тренеры развивают в ребятах силу, выносливость, терпение и стойкость. Гибкость у нас основной вид, потому что плавание без гибкости не бывает. Силовые упражнения у нас обязательно в течение года. Те же отжимания, те тоже подтягивания. Плюс скоростная работа, которую мы делаем на воде, они развивают эту скорость. Для тех, кто хочет чего-то добиться в спорте, не существует каникул. Летом для воспитанников ИКАРа организовали летние сборы. В это время, когда нет школы и домашних заданий, можно направить всю энергию в спорт. Тренировки летом, да, отличаются от обычных тренировок, которые в учебном году. То есть мы сначала занимаемся на стадионе, потом мы занимаемся в бассейне. Намного лучше. То есть ты не только занимаешься на воде и как бы оттачиваешь навыки плавания, но еще и физическую форму свою держишь в тонусе, когда занимаешься на стадионе. Сейчас спортсмены готовятся к новому сезону. На первые соревнования часть воспитанников отделения плавания поедет уже в сентябре. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.